Привет, меня зовут Ксюша, добро пожаловать на мой канал. Мы сегодня с вами в рубрике «Говорит эксперт». В этой рубрике мы встречаемся с интересными людьми, которые действительно являются экспертами в своем деле. Сегодня у меня в гостях Александр Зураб. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Ксения. У нас сегодня предстоит с вами интереснейшая беседа в контексте вообще всего, что сейчас происходит в стране, в мире. Мы поговорим с вами об интересных научных открытиях, в общем, все, как вы любите. Я готовилась, конечно же, к этому интервью, как вы знаете, я всегда такая зубрила. Я не могла не поразиться вашей биографией, Александр. Она такая многообразная, разносторонняя. Расскажите, пожалуйста, чем вы сейчас занимаетесь и как вы к этому пришли? Ну, действительно, мне приходилось в жизни заниматься много чем. И начинал я заниматься экономикой, исследовал морской транспорт. И моя диссертация была много-много лет назад посвящена экономике морского транспорта и математическим моделям в этой области. Потом я закончил Академию внешней торговли, остался там преподавать. Когда началась перестройка, ушел в банковский бизнес и, наверное, 12 лет был в банковском бизнесе. Потом перешел в Аэрофлот и был несколько лет первым заместителем генерального директора Аэрофлота, потом председателем совета директоров Аэрофлота и президентом на один год. А потом, скажу честно, мне вот такой большой бизнес стал надоедать, и поэтому я в 2004 году ушел из компании «Аэрофлот», и с тех пор занимаюсь только проектами, которые интересны мне. И проекты, их можно объединить общим замыслом, это проекты, которые имеют отношение к качеству жизни человека. Они очень разноплановые, наверное, обо всех мы сегодня говорить не будем, и, может быть, даже не так интересно, но некоторые из них оказались связаны с медициной, со здоровьем. Один из них находится в Питере, это Покровский банк стволовых клеток, которым я занимаюсь вот с его момента основания, с 2007 года. Ну и до сих пор он работает и занимается, во-первых, сбором пуповинной крови и хранением пуповинной крови при родах, и работами, связанными с исследованием стволовых клеток и поиском направлений их применения в терапии. А второй проект, вот самое большое время занимает мое, это проект, который называется «Микромир», и он связан с бактериофагами. Моя мама, или вот моя и моего брата Михаила Зурабова, мама, она была микробиологом, и она всю жизнь занималась разработкой средств защиты растений. Причем средств биологических, средств не химических. Хотя мы не стали ни биологами, ни врачами, ни микробиологами, но, наверное, все-таки то, что она делала и говорила, наложило какой-то отпечаток серьезный. Ну и, короче говоря, когда ко мне пришли микробиологи, которые специализировались на бактериофагах. Я вот долго-долго, так сказать, по-всякому это смотрел, изучал и прочее. И потом я сказал: хорошо, давайте с вами начнем работу. Я вам создам все необходимые условия, как инвестор, как руководитель, а вы будете просто работать. И так и произошло. И примерно в 2010 году, в 2011 году такое предприятие было создано, которое называется «Микромир». А лаборатория первоначально исследовательская, оснащенная всем, что для ученых было необходимо, начиная от каких-то простых вещей, там, чашек Петри, микроскопов и так далее, кончая такими уже дорогими устройствами, как там ультраскоростная центрифуга или ПЦР Real-Time или электронный микроскоп, без которого исследование фагов невозможно. Все это у них есть. И вот, собственно, они начали работать, и работа началась с создания коллекции бактериофагов и, соответственно, коллекции тех бактерий, против которых эти бактериофаги работают. Я не знаю, все ли ваши слушатели, зрители знают, что такое бактериофаги. Бактериофаги – это вирусы, вирусы бактерий. В микробиологии принято разделять вирусы, которые действуют на бактерии, вирусы растений и вирусы теплокровных животных и человека. Вот, к сожалению, вот вирус, который сегодня захватил все умы, это пример вируса человека. Хотя корни его, по большинству наблюдений, которые сегодня имеются, это вирус, который был первоначально характерен для животных. Кто говорит, что для мышей летучих, кто говорит, для панголина, там еще для кого-то. Ну, мутации происходят, и спектр действия вируса может расширяться. Так вот, бактериофаги – это вирусы бактериальные, которые созданы природой для того, чтобы бактерии не чувствовали себя безнаказанными полностью. Угу. То есть их задача в природе заключается в том, чтобы, с одной стороны, ограничивать
бесконтрольное и безграничное размножение бактерий. А с другой стороны, я эту тему сейчас не буду развивать, если у вас не будет дополнительных вопросов, она более сложная. Эти фаги используются природой фактически для переноса тех или иных генов между бактериями. Поэтому если говорить о антибактериальной функции бактериофагов, то надо признать, что за, по некоторым оценкам, 3 там, или 4 миллиарда лет, как существует жизнь на Земле, и существуют бактерии, существуют и бактериофаги. И в общем, в целом, они справились со своей задачей. То есть, если бы они не справились, нас бы тут не было. Были бы какие-то бактерии, которые бы покрыли бы всю Землю и никому бы не дали больше жить. Поскольку это не произошло, значит, они в целом, как регулятор численности, своей задачей справились. Другое дело, что не надо понимать реализацию этой функции очень просто. Вот есть бактерия, есть бактериофаг, и всякая встреча бактерии и бактериофага приведет к гибели бактерии. Природа, конечно, устроена намного тоньше. Природа никогда не позволяет ни одному живому уничтожать другое живое до конца. Как так называемый balance of nature. Да, да, совершенно правильно. Она стремится к балансу. Если бактерий очень много, бактериофаги активизируются, и они сводят эту численность к некому разумному балансу. Если их мало, даже вирулентные бактериофаги, то есть те, которые способны размножаться в бактериях, они не трогают эти бактерии, если бактерии не находятся в фазе, как мы говорим, логарифмического роста. Это очень сложные взаимоотношения, они микроскопические, но они очень сложные. Целый мир, да, творится вокруг нас, внутри нас, зачастую мы об этом не знаем. Значит, еще раз, у вас научно-производственный центр. Да. То есть вы ведете и исследовательские работы, и производите. Да, совершенно правильно. Что является конечным продуктом? Да, действительно, наша работа состоит из двух частей. Первая часть – это поиск бактериофагов. В каждом препарате, мы немножко о них позже поговорим, больше 70 бактериофагов в каждом из них. Эти 70 бактериофагов, или плюс 75 иногда, они действуют примерно на 15, иногда на 20 бактерий, которые могут быть причиной тех или иных инфекционных патологий. Почему на 70, на 20-70? Потому что мы стараемся находить такое количество фагов, которое нам удается, к каждой отдельно взятой бактерии. Мы должны понимать, что ни один бактериофаг не может без осечки лизировать все бактерии данного вида. Ну, допустим, синегнойная палочка. Да? Вот у нас в препарате может быть 10 фагов к синегнойным палочкам. У нас синегнойных палочек разных может быть несколько сотен. И нет ни одного фага, который бы их все лизировал. Так природа устроила. Она никогда не оснащает ни одно живое абсолютно всеми возможностями для доминирования над другим. Поэтому мы отбираем таким образом, что у нас есть такие, знаете, мы их называем панельные наборы для каждого вида бактерий, допустим, синегнойная палочка, золотистый стафилококк и так далее. В среднем это порядка 20 бактерий, на которых мы тестируем фаги кандидаты в препарат. И часто бывает так, что, допустим, один фаг лизирует 10 из 20, другой 12, третий 3 и так далее. Но в целом те фаги, которые в препарате, лизируют все 20. Является ли это гарантией, что не появится еще какой-то штамм синегнойной палочки, который эти фаги не лизируют? Нет, это не гарантия. Конечно. Это вероятность высокая, что это не появится, но далеко не стопроцентная. И вот в этом еще одна очень важная особенность того, что мы делаем. Мы никогда не останавливаемся. То есть у нас нет конечного препарата, который больше меняться не будет. Это очень важный момент, чтобы люди понимали, что это совершенно новая модель, совершенно новый подход к регулированию бактерий внутри организма. То есть это у вас и научный центр, что исследовательский процесс, он не может быть конечным. Совершенно правильно. Если он остановился, то какой это научный центр? Вы знаете, Александр, когда я готовилась к этому интервью, меня вот что удивило. Почему такое сравнительно небольшое предприятие, если он занимается, почему это не делается на федеральном уровне, какие-то большие фармацевтические предприятия? Почему вот так? Знаете, очень хороший вопрос. И он в общем связан. Дело в том, что бактериофаги, они были открыты 100 лет тому назад. Ну, первая статья, специалисты могут спорить, в 15-м году она появилась или в 17-м. Кто был первым, значит, кто об этом заговорил по-настоящему. Ну, я отношусь к тем, которые поддерживают кандидатуру Феликса Дерели, как человека, который фактически первый назвал фаги фагами.
бактериофаги бактериофагами, и который опубликовал статью по этому поводу, четко и недвусмысленно назвав это вирусами. Потому что до этого не было понятно, то ли это вирус, который убивает бактерии, то ли это какой-то белок там, или энзим, или еще что-нибудь в таком же духе. И вот за 100 лет, да, первые лет 20, наверное, фаготерапия довольно активно развивалась. Да. Конечно, Дерель был главным, кто ее продвигал. Уже, знаете, в 30-е годы появилось несколько компаний, в том числе американских, французских, которые стали выпускать средства с бактериофагами против особо опасных бактерий. Но потом, когда появились антибиотики, то антибиотики, конечно, подкупили врачей, с одной стороны, своей простотой, с другой стороны, дешевизной. Потому что применение антибиотиков, казалось, решает все проблемы. Вот была инфекция, дали антибиотики, инфекция прошла, и все замечательно. Да. А бактериофаги все-таки, поскольку это явление природы, да, то ты не можешь быть настолько же уверен в результате. Они тоже, в свою очередь, эволюционируют. То есть они тоже нестабильны. Правильно. И самое главное, что все-таки то, что создание фаговых препаратов – это очень трудоемкий процесс постоянной работы с микроорганизмом. Да. С антибиотиками намного проще. Вы выделили молекулу, выделили формулу, да, и можно потом много-много-много лет производить одно и то же. С фагами так не получается. Об этом тот же самый Дерель предупреждал почти 100 лет тому назад. Фаги требуют постоянной ежедневной работы, адаптации, так сказать, и так далее. Это трудоемкая вещь, и она большой фарме неинтересна. Вторая причина, почему она неинтересна большой фарме, потому что практически не получается защитить интеллектуальную собственность. Фарме ведь что нужно? Они потратили огромные средства для того, чтобы вывести препарат на рынок. Сегодня, по некоторым оценкам, стоимость выведения нового препарата составляет порядка 3, иногда 4 миллиардов долларов. И поэтому им нужно, во-первых, защитить это изобретение, чтобы никто не мог в течение 15 лет делать то же самое, чтобы они могли отработать свои деньги. А во-вторых, им нужно, чтобы это были так называемые блокбастеры, то есть которые продаются миллиардами штук. Иначе ты не оправдаешь понесенные затраты. Фаги не укладываются в эту модель. Поэтому они большой фарме не интересны. Не потому, что невозможно запатентовать, потому что это явление природы. Я часто говорю, вы же не можете запатентовать яблоко. Вы можете запатентовать джем из яблока своей рецептуры. Да? А яблоко, оно принадлежит всем. Конечно, здесь то же самое. С фагами практически то же самое. Поэтому большой фарме это не интересно. И я вам должен сказать, что если бы не тема антибиотикорезистентности, да, то, наверное, внимание к фагам, оно бы так и не возникло, или возникло бы у таких, я такое слово применю, маргинальных структур, как наша. Маргинальных, ну, потому что, значит, она, в общем, не быстро развивается, но это небольшая фарма. Дело вот в чем. Дело в том, что ведь антибиотикорезистентность, как явление, впервые о нем заговорили в 2000 году, когда генеральный секретарь Всемирной организации здравоохранения объявила о конце или начале эры антибиотиков. Но надо при этом констатировать, что с прошедшие 20 лет с тех пор практически ничего не произошло. И более того, если мы посмотрим на мировое потребление антибиотиков, оно за это время выросло примерно на 40%. То есть, с одной стороны, все говорят, что надо заканчивать, а с другой стороны, во-первых, не предлагается ничего другого, а во-вторых, знаете, антибиотики все-таки очень просты и удобны для применения. Есть ситуации, где без них нельзя обойтись. Но есть огромное количество ситуаций, где их эффективность не нужна или не доказана. Но они удобны. И они входят в стандарты лечения, и врачи не могут их не применять. Самый большой, может быть, негатив о применении антибиотиков заключается даже не в резистентности. Потому что ведь резистентность, мы должны понимать, она возникла ведь не в связи с тем, что человек стал применять антибиотики. Резистентность как явление, оно существовало столько же, сколько существуют бактерии. Это, значит, миллиарды лет. Потому что бактерии в процессе своей эволюции сталкивались со всеми мыслимыми способами атаки на них. Если мы придумали там 6 антибиотиков, условно говоря, принципиально, да, то их может быть еще 106 способов, от которых бактерии знают защиту. Угу. Поэтому сколько бы мы ни находили, они это все уже давно прошли. И появятся в этой популяции бактериальные какие-то отдельные клетки, которые знают, как бороться с конкретной атакой.
Здесь я могу предположить, что минус антибиотика в том, что они убивают все, а бактериофаг — это киллер направленного действия. Да. Он видит конкретную цель, он не поражает все. Да, совершенно правильно. Это очень важно. И понимаете, я еще раз хочу подчеркнуть, что, наверное, самое важное, почему сегодня интерес к бактериофагам появляется, это ведь параллельно с пониманием проблемы антибиотикорезистентности появились сведения, а их сегодня все больше и больше, это тысячи, десятки тысяч статей, которые посвящены такому явлению, которое называется, такому понятию, которое называется микробиом. То есть мы стали понимать, что мы не просто не стерильны ни в одном месте своего организма, да, но мы настолько зависим от этих микробов, которые в нас, и бактерий, и грибов, и вирусов, что без них мы просто не выживем. Их по разным подсчетам, по-моему, 2-3 килограмма у нас. Даже больше некоторые отсчеты, да. А если другие цифры взять, которые уже тоже сегодня известны, ну, считается, что у человека примерно 10-12 собственных клеток, а бактерий, только бактерий, без там других видов микроорганизмов, считается, ну, кто-то говорит 10-13, кто-то говорит в полтора раза больше, чем собственных клеток. Так что, клеток. Девочки, это не жир, это бактерии. Да, совершенно правильно. И мы настолько за эти годы эволюции с ними настолько стали во многих своих функциях от них зависеть, ну, достаточно сказать, что 30% питания переваривается, пища переваривается не нами, переваривается бактериями. И они продукты своего метаболизма отдают нам. Они знают, какие нам нужны продукты, и они нам их делают, доставляют. Если их не будет, считайте, что 30% еды просто будет пролетать, конечно, непереваренной. Но это ладно, это очевидные вещи. А есть же огромное количество вопросов взаимодействия между теми же бактериями и человеком, о которых мы только начинаем догадываться. Их влияние на все, на когнитивные способности, на интеллектуальные возможности, на нервную систему и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, самая главная беда чрезмерного, подчеркиваю, использования антибиотиков, чрезмерного, в том, что мы повреждаем микробиом, и чаще всего он, может быть, не вполне восстанавливается. Мы этого не знаем, но это, скорее всего, порождает огромное количество заболеваний, причину которых мы не понимаем, но они идут оттуда. Я думаю, сейчас все об этом узнают, потому что сейчас нас призывают активно дезинфицировать руки, и в течение нескольких дней руки превращаются в ничто, потому что абсолютно липидный слой весь исчезает, бактерии все стираются. Как надо. Да, это стерильно, правильно. Но совершенно это стерильно правильно для всего. И это видно. То есть это не нужно для этого книжки читать. Я свои руки таким никогда не видела. Это нужно совершенно понимать. Правильно. Поэтому всегда и я на своем канале, бьюти-канал, все-таки всегда пропагандирую защиту микробиома, отсутствие агрессивных каких-то средств, пре- и пробиотики в косметике, в том числе мы во второй части видео с вами об этом поговорим. Но все-таки хотелось бы затронуть тему того, что это движущийся, динамичный, постоянно эволюционирующий процесс. Жизнь так обязывает, она умнее гораздо нас, абсолютно, и всегда на шаг, а то и на два впереди. Говорят, что научные исследования, что бактерии, они эволюционируют. И если у них состоялся контакт с бактериофагом, вследствие которого бактерия выжила, то она приобретет, не только она, но и ее потомки приобретают стойкий иммунитет к этому фагу. И получается, что мы остаемся заложниками постоянной гонки за новыми штаммами. Так это или нет? Не совсем. Не совсем. Вы знаете, да, действительно такое явление присутствует. Резистентность, фагорезистентность у бактерий присутствует. Но мы должны понимать, что природа никогда не работает по одному представителю. Она всегда работает по популяции. Я вам такой пример приведу. Если вы возьмете любую колонию бактериальную и проверите ее резистентность, то вполне вероятно, что в этой колонии будет чувствительность к какому-то антибиотику там заметна. Вот как проверяют, например, на таких дисках антибиотических, на чашке, значит, кладут диск и смотрят. Если появляется пятно лизиса вокруг, значит, считают, что колония чувствительна. Мы проводили несколько таких экспериментов, поставили, у нас даже есть по этому поводу слайды, когда мы вот этой колонии, которая продемонстрировала абсолютную чувствительность к антибиотику, который в диске, мы вырезали просто кусочки, и потом подращивали эти бактерии, но уже в присутствии жидкого антибиотика, чтобы они росли, но в присутствии антибиотика. Причем от маленькой до чудовищной концентрации. Каждый раз появлялись через некоторое время колонии, резистентные к любой концентрации.
То есть эта резистентность, она присутствовала изначально. Вы можете ее спрогнозировать, получается, в каком-то, она, на каком-то отрезке. Она практически присутствует всегда. Вот в любой колонии бактериальной, которую вы возьмете, вероятность почти равная 100%, что там одна бактериальная клетка, как минимум, будет резистентна к любому антибиотику. Поэтому если вы антибиотиком подавляете большую часть, то есть чувствительную часть, то эта резистентность начинает спокойно расти в отсутствии конкуренции. И через какое-то время, как правило, сутки-двое, она заполнит всю чашку Петри, будучи совершенно резистентной к тому антибиотику, от которого погибла большая часть колонии. Почему я об этом рассказываю? Потому что если брать взаимоотношения бактериофагов и бактерий, то да, данная конкретная бактериальная клетка могла получить резистентность. Я не буду рассказывать, как это происходит, но получила. Но ведь мутагенность фагов, она даже выше, чем бактерий. Ведь это же, когда мы говорим о том, что мы вводим, допустим, или предлагаем в препарате там, какое-то количество бактериофагов, они же тоже все, строго говоря, разные. Они могут к одному виду относиться, так сказать, они могут лизировать бактерии. Но они тоже, как жители Санкт-Петербурга или Москвы, да, они же не все одинаковые. Да, генетически они очень близки. Ближе, чем две бактерии между собой. Но по поведению, по другим возможностям, они все равно разные. Так и там. Поэтому сказать, что применение бактериофагов может создать абсолютно резистентную к фагам колонию, наверное, это преувеличение. Такого не бывает. Но для того, чтобы такую вероятность, тем не менее, уменьшить, мы поэтому в наши препараты и добавляем иногда 3, иногда 5 разных фагов к одной бактерии. Чтобы у популяции было меньше шансов в период обострения выработать резистентность. Вот это как бы наш подход, который отличается от подхода большинства других, кто этим занимается. То есть когда к одной бактерии находят один бактериофаг и говорят, давайте вот этим фагом эту бактерию уничтожать. Вот тогда осечка высоко вероятна. Если мы предлагаем несколько фагов к одной бактерии, то вероятность резистентности, по крайней мере, быстрой, существенно снижается. Расскажите, пожалуйста, о научной части. Кто производит это исследование, где публикует и делитесь ли вы опытом с вашими коллегами по всему миру? Это производится, вообще исследования ведутся в рамках нашего предприятия. Само предприятие находится в Чеховском районе Московской области. И у нас там два очень современных, хорошо оснащенных и построенных в соответствии с необходимыми требованиями чистоты и всего остального корпуса. Один из которых... Сейчас для наших зрителей просто поясню, что мы не смогли из-за введенного карантина посетить ваше предприятие. Это было в наших планах. Да. Но я думаю, что если у вас будет интерес к этой теме, мы обязательно еще устроим встречу и покажем вам это производство, потому что это невероятно интересно, и при иных обстоятельствах просто не было бы у людей возможности Конечно. Это посмотреть. Конечно, обязательно мы приглашаем, будем рады. Будем рады это видеть. Очень интересно. Я очень расстроилась, конечно, что так получилось, но безопасность прежде всего. Да. И вот, и у нас работает в этой части компании работает больше 40 людей, 40 микробиологов. То есть это большой коллектив, часть из которого занимается научными исследованиями, поисками фагов, а часть занимается, собственно, производством. То есть отбирает перспективные именно для производства бактериофаги, потому что знаете, одно дело выделить в лаборатории на чашке, а другое дело подобрать такие фаги, которые будут перспективны для промышленного производства, для наращивания в больших количествах. У нас ведь часто бывает так, что мы находим интересные бактериофаги, но они не растут. Ну, в смысле, не размножаются до объемов, которые нам нужны. Потому что терапевтическая концентрация бактериофагов считается должна быть на уровне 10 в 5, 10 в 6 степени. И нередко бывает так, что найденный очень хороший перспективный бактериофаг, он размножается до третьей, четвертой степени, а дальше не идет. А нам нужны фаги, которые способны размножаться до 10, 11, 12 степени. Тогда это перспективно именно с производственной точки зрения. Что касается исследований, то я хочу сказать следующее, что основная, конечно, часть наших исследований посвящена поиску новых фагов. Поиску новых фагов, их описанию, их характеризованию, так сказать, исследованию и так далее, что заканчивается, если фаг оказался перспективным, созданием паспорта бактериофага, то есть мы четко знаем бактериофаг, который у нас в препарате. И потом он передается в производство для того, чтобы можно было в каждый новый выпуск добавить тот факт, который нам показался интересным. Сколько насчитывает ваша коллекция фагов сейчас? Ну, сегодня это несколько сот, ближе к 500 различным проверенным вирулентным бактериофагам. А что касается самих бактерий, то это, ну, наверное, 1000, 2500, 3.
О, потому что я читала, что самая большая коллекция находится в Тбилиси, в их институте, там более 3000. Мне кажется, что ведь Тбилиси это действительно место, которое было центром бактериофагии в советское время. Да. Собственно, Георгий Элиава, который основал этот институт, он был учеником Дереля. И Дерель в 20-е годы участвовал, так сказать, методически в создании института. А потом он многократно туда приезжал и помогал Элиаве ставить его, развивать и так далее. Если бы Элиаву не постигла печальная участь в 1936 году, то он бы, наверное, и дальше продолжал там работать, Дерель, потому что для него даже там построили отдельный коттедж. Но потом, значит, несмотря вот на то, что Элиавы не стало, институт бактериофагии стал центром в Советском Союзе по исследованиям научным. Было несколько других центров, и они есть еще в Советском Союзе, теперь в России, которые занимались более какими-то прикладными вещами, но вот научный центр был именно там. Поэтому там всегда были очень хорошие специалисты. У них действительно должен быть большой, так сказать, музей бактериофагов, и они как выпускали, так и продолжают выпускать сегодня ряд препаратов, которые, значит, они прежде всего применяют внутри Грузии. Что же касается международного применения, то, конечно, тут большие проблемы. Да. Мы чуть позже, может быть, об этом поговорим, я поясню. Я как раз сейчас хочу об этом поговорить, у меня следующий вопрос. Такое разнообразие мнений. Отец у меня доктор биологических наук, он живет в Германии. Мы, конечно же, с ним посовещались перед этим интервью, что с кем мне еще посовещаться. Конечно. Он сказал, что в Германии они не допущены вообще, да, потому что правда. Немцы считают, что недостаточно клинической базы. Это правда. В США они допущены, но так, скажем, очень ограничены, например, натуропаты могут использовать. В странах СНГ и в России можно говорить, что 50 на 50. То есть мнения очень сильно разнятся, и по-прежнему все упирается в то, что недостаточно клинической базы. Как вы думаете, почему такая разношерстная ситуация? Особенно вот меня интересуют страны Европы, что почему они прям так нет-нет и все. Ответ на этот вопрос, он лежит почти в философской глубине. Почему? Дело в том, что фармакопея, ну и медицина вообще, она в силу особенностей своего развития, особенно последние, там, скажем так, 50 лет, в ней доминирует так называемая редукционная логика. Когда некое сложное явление нужно обязательно разложить на простые, добраться до самого-самого простого, до зерна, до атома, и через это попытаться объяснить все сложные явления. Но, к сожалению, в биологии так не работает. В биологии редукционная логика, она совершенно, ну или почти, неприемлема. Вы знаете, в начале нулевых годов вышел целая серия статей на эту тему, крупных и крупнейших биологов, микробиологов. В частности, я люблю ссылаться на статью такого Карла Вёзе, ну или по-английски учится ВУЗ, человек, который был одним из крупнейших микробиологов в 20 веке, который открыл археи, как вот отдельный домен между бактериями, так скажем, и эукариотическими клетками. И он написал несколько статей под общим смыслом «Новая биология для 21 века», в которой он сказал, что, конечно, изучение деталей очень важно, но вот сборка этих деталей целая в биологии не производится практически никем. Сегодня требуется совершенно другой взгляд на биологию, ну, к слову сказать, и на медицину тоже. Когда биологические явления и организм человека, животного, нужно рассматривать как целостное явление, а не как фрагментарный состав, представляющий собой набор каких-то технических или иных деталей. Сложные системы не описываются простыми взаимоотношениями. Поэтому почему неуспешны все клинические испытания бактериофагов, которые проводились за рубежом? И до сих пор. Ведь нет ни одного полноценного клинического испытания, которое бы было успешным. Почему? Потому что сам дизайн такого исследования, такого клинического испытания, он построен на той самой редукционной логике. Давайте возьмем случай заболевания, у которого есть подтвержденный один фактор, например, синегнойная палочка. Давайте подберем один бактериофаг, который на чашке эту синегнойную палочку убивает. И давайте попробуем пролечить человека с инфекцией этой синегнойной палочки этим бактериофагом. И если это получится, значит, мы подтвердим, что фаг работает. Вы знаете, это все равно, что сказать. Вы знаете, вот я встретил на улице сейчас человека в Москве или в Питере, да, и я знаю, как он себя ведет. И я знаю, как ведут все граждане в шляпах. Или просто в Москве. Понимаете? Так не бывает в биологии. Разница между двумя бактериальными клетками даже одного вида
генетическая разница намного больше, чем разница не то, что между нами с вами. Мы, я иногда говорю, мы с бананом имеем 50% общих генов. Понимаете? А с шимпанзе 90% общих генов. Нам же не приходит в голову сказать, что мы и банан – это одно и то же. Но две клетки синегнойной палочки могут иметь общими процентов 40 генов. 40. И мы это все называем синегнойной палочкой. А если к этому добавить все сообщество бактериальное, которое находится, например, в ране, которое мы хотим вылечить, это сотни бактерий. Это не одна синегнойная палочка. Они все в этом участвуют. Поэтому антибиотик работает, потому что он бьет все. Или почти все. Я не буду говорить о побочных эффектах, но говорю с точки неэффективности. А фаги так не делают. А почему вы решили, что именно синегнойная палочка является причиной заболевания? Потому что она у вас появилась в клинических материалах? Так может быть просто другие не выделили? Когда сегодня делают метагеномное секвенирование клинического материала, то выясняется, что у нас в любой точке, в любой капле нашей жидкости, в полости рта, где угодно, это сотни бактерий. Почему вы решили, что одна из них виновна в заболевании? Это коллектив. Понимаете, поэтому эта редукционная логика, которая сегодня доминирует и которая для продуктов химического синтеза может быть вполне оправдана, потому что у этих продуктов всегда масса побочных эффектов. Для фагов и для вообще для биологических взаимоотношений это в принципе невозможно. Поэтому и подтвердить не получается. Поэтому мы в нашем подходе, мы идем от того, что бактериофаги это естественный участник того микромира, который находится в нас. По многим исследованиям, показано, что бактериофагов в нас еще больше, чем бактерий. Они на всех слизистых поверхностях человеческого организма присутствуют как минимум в 10 раз в большей численности, чем бактерии. Это часть, которая вот лет 5 тому назад появился такой термин, по-английски он звучит BAM immunity. Mm-hmm. Это означает иммунитет, основанный на фагах на слизистой. То есть люди постулировали, и мы с ними абсолютно согласны, что первым, кто откликается на начало инфекционного процесса, который происходит где-то на слизистой, да, это фаги свои собственные, так называемые эндогенные. И часто очень мы даже не замечаем, что они справились, и мы остались в прекрасном состоянии и не знали о том, что была попытка. Или какой-то иммунитет мифический, да, хотя совершенно правильно. Конкретный инструмент. Совершенно правильно. Поэтому ведь надо понимать, что самый наш иммунитет включается тогда, когда бактерия или другой микроорганизм прорвал оборону слизистой, когда она попала в кровь, когда она попала в ткани бактерии, тогда включается иммунитет. А когда происходит какой-то разбор между ними на слизистых, иммунитет не лезет туда. Это невозможно. Это настолько быстро и настолько разнообразно, что иммунная система, она бы истощилась моментально, если бы она участвовала в этих внутренних разборках микромира. Поэтому философски наш подход с нашими препаратами заключается в том, что мы просто добавляем регуляторов к тем процессам, которые на слизистых происходят. Поэтому мы говорим, что наши методы, это методы или наши препараты, это препараты первого выбора. Вот не тогда, когда уже ничего не помогает, ну давайте ваши фаги, а ровно наоборот. Вот давайте сначала мягко попробуем скорректировать, не доводя это до обострения серьезного. Если помогло, а помогает очень часто, хотя, конечно, не всегда. Вы говорите, отлично, вы остались здоровым, вы ничего не повредили, вы никого не убили лишнего внутри себя, для вас важного, и вы продолжаете прекрасно жить. Вот если не получилось, то любой врач, да и сам человек, это поймет за сутки. Если вы применили... То есть так быстро? Конечно. Понимаете, ведь очень важно еще что понимать? Что те скорости, на которых работает микромир, и то разнообразие, оно нам совершенно не подвластно. Я иногда говорю, вот мы сейчас с вами беседуем, бактерии внутри нас уже один раз размножились. У них там весело, я смотрю. Понимаете? И поэтому нельзя сказать, что мы берете клинический материал, анализируете, отдаете в лабораторию, через 3 дня вам приходит результат. А он уже другой. Там все другое уже. Там все уже поменялось. Наше отличие принципиальное заключается в том, что мы предлагаем другое место и другое время для применения наших средств. Как средство профилактики, как средство первого выбора, как средство регулирования. Если это не получается, то и врач, и человек, естественно, должен иметь возможность применять любые другие средства, в том числе и антибиотики. Антибиотиков никто не отказывается, они будут нужны, но они нужны для спасения. Мы тоже часто говорим, что антибиотики – это как скальпель хирурга. Конечно, он всегда когда будет. Когда уже нет выбора. Но зачем с него начинать? Есть вопрос, раз уж прозвучало слово иммунитет, сейчас оно откуда только не звучит, всех нас волнует, но иммунитет это тоже не некий алгоритм, который мы можем предсказать, как он сработает. Основное возражение противников бактериофагов заключается как раз вот в чем.
Они говорят о том, что бактериофаги – это вирусы, прежде всего, и мы не можем прогнозировать, как наш собственный иммунитет их воспримет. Это первое возражение, почему вот я поняла, что они не имеют массового производства. Второе возражение – это с чего вы начали. Это действительно очень дорого. Я почитала, как производится, что делается. Это, слушай, реакторы там какие-то. Это целая, блин, прям индустрия действительно удивительно сложная и дорогая. Почему говорят, что неоправданно дорого? Цель не оправдывает средства. И, конечно же, то, о чем мы с вами говорили, что нет клинического опыта, достаточно клинической базы. Вы согласны в общем и целом с этими возражениями? Вот нет, не соглашусь. Что касается иммунного ответа, то, знаете, как часто бывает в науке, есть разные точки зрения. И все-таки я, не углубляясь в детали, я хочу просто встречный вопрос задать. Если в организме человека, и это уже никто не подвергает сомнению, присутствует 10 в 13 бактериофагов. Более того, есть масса работ, которые показывают, что эти бактериофаги, наши собственные, эндогенные, они постоянно проходят через все барьеры и поверхности нашего организма, попадают в кровь, потом выводятся и так далее, и так далее. Некоторые работы говорят о том, что порядка 6 миллиардов бактериофагов ежедневно проходят из кишечника в кровоток. Да. Можно спорить, 6 миллиардов, 26 миллиардов или 5, чудовищные цифры. У меня вопрос. Если иммунная система на них реагирует, то она должна быть в состоянии перевозбуждения постоянно. Потому что должны быть постоянные триггеры, такие, совершенно которые подстегивают. Да? Да? Это с одной стороны. Если мы к объему собственных фагов, 10 в 13, добавим 2 капли нашего или не нашего препарата, где 10 в 6 в каждой капле, то это настолько несопоставимые объемы, что ожидать, что будет иммунная реакция на это, да? Знаете, мои коллеги, вот, кто работает у нас, они много лет занимались фагами, и они мне говорят следующее, что да, им удавалось добиться некоторого легкого иммунного ответа на постоянные инъекции в кровь, не на слизистые, а в кровь бактериофагов на животных, там, на кроликах, на мышах, только если это продолжалось на протяжении 2 недель каждый день, с титрами 10 в 10-й. Тогда, похоже, возникала некая форма иммунного ответа. Это вот первое соображение. Поэтому я не очень понимаю, как можно доказать. Я читал эти работы, которые говорят об иммунном ответе. Ну, знаете, для меня они пока, мягко говоря, спорны. Как можно отличить иммунный ответ на собственные фаги от иммунного ответа на препарат, который вы ввели? Это ну первое. Да, логично. Это первое. И второе. Все-таки природа, она очень рациональна. Она старается не делать лишнего. Если иммунная система встречается с фагами каждый день, и фаги не обладают способностью нанести какой-то вред нашим клеткам, зачем ей нужно реагировать постоянно на это? Угу. Причем показано, что бактериофаги, они обладают способностью проходить сквозь наши клетки. Да. Так называемым трансцитозом обладают. Да, да, да. В том числе, кстати говоря, в том числе для того, чтобы найти внутриклеточные бактерии. У нас же очень много бактерий, которые находятся внутри наших клеток. Они живут там постоянно. Природа не может так сделать, чтобы какое-то живое от своего естественного врага могло спрятаться навсегда. Поэтому если бактерия способна попасть и сидеть внутри наших клеток, а таких очень много бактерий, конь такой, да? Да. То не может быть такого, чтобы бактериофаг не мог за ней туда попасть. Поэтому фаги тоже проходят сквозь наши клетки, в том числе в поиске прятавшихся там бактерий. Угу. И, наконец, что еще очень, мне кажется, важно здесь понимать. Главный риск, который постулируют осторожные, так скажем, там, биологи там, или врачи относительно применения бактериофагов, он нередко заключается в том, что говорят, ну да, может быть, сами-то фаги вреда не приносят, но фаги могут переносить генетический материал. Например, да, гены токсинов. Да. Или гены вирулентности там, и так далее. Понимаете, вот тут как раз очень важно смотреть на картину целиком, а не на частность. Потому что вопрос, могут ли бактериофаги переносить гены от одной бактериальной клетки к другой? Да, могут. Они более того, это их основная функция. Мы с вами говорили о том, что уничтожение бактерий является одной из функций фагов естественных. Да? Так вот, перенос генетического материала является даже более важной функцией, которую природа назначила фагам. Дальше возникает простой вопрос. А что такое вирулентность? Вот все говорят, патогенность бактерий. Понимаете, парадоксально то, что об этом все говорят, но никто не определяет до конца. Вот я помню, я ссылаюсь часто на крупные работы, в частности, вот, Американской академии наук,
в 2011, по-моему, году выпустила работу, посвященную патогенности бактерий. И она постулировала, что нет ни одного признака, ни одного гена, который можно было бы без осечки назвать токсическим или вирулентным, или патогенным само по себе. Понимаете, защищаться от патогенности просто фактом присутствия того или иного гена, это примерно то же самое, что отбирать, не знаю, пассажиров, так сказать, самолета, вилки. Можно вилкой нанести ущерб? Можно. Наносит вилкой ущерб? Ну, иногда больные наносят. Но это же не основание отнять вилки у человечества. Поэтому я хочу сказать следующее, что да, молекулярные биологи об этом говорят. И этот факт, например, переноса генов является, считается доказанным. Но нет ни одного доказанного факта, что перенесенный таким образом ген привел к заболеванию. Мы должны понимать, что патогенность бактериальная – это поведенческая характеристика бактерии, это не генетическая. То есть будет участвовать в патогенезе бактериальной клетки или не будет, определяется не фактом наличия у нее каких-то генов или способности какой-то токсин синтезировать. Ситуация взаимоотношений внутри биотопа и биотопа с организмом. И только при определенных условиях, до конца непонятных, это может превратиться в инфекционный процесс. Поэтому можно, конечно, попытаться предостеречься от переноса токсигена куда-то. Вот простой вам пример, так называемый шиготоксин. Известный, значит, токсин, который присутствует, в частности, вот в кишечной палочке, и который считали причиной вспышки такого вот эшерихиоза, можно так назвать, в Германии в 2011 году, когда там некоторое количество людей даже умерло от такого геморрагического колита, вызванного, считается, этой кишечной палочкой. Но при этом, знаете, что интересно, что шиготоксин, гены шиготоксина, с помощью которых бактерия может синтезировать сам токсин, они, это сегодня тоже признано, они не находятся в хромосоме самой бактериальной клетки, а они находятся в, ну, я не хотел бы вас слишком запутывать, но вот когда бактериофаг, есть вирулентный, который убивает клетку, там размножается, значит, и выходит наружу дочерние частицы. А есть так называемый умеренный бактериофаг, который что делает? Он вводит ДНК внутрь клетки, и эта ДНК встраивается в геном клетки в виде так называемого профага. И потом много-много поколений может размножаться с этими клетками, значит, да, и присутствовать. Как бы это получается, что это такой, знаете, тоже троянский конь, потому что когда эта бактериальная колония, несущая в себе эти профаги, вдруг начинает размножаться, это вызывает индукцию этого профага и уничтожение этой клетки. То есть как бы ограничитель бактериальной популяции находится не только снаружи, но еще и внутри. Такая даже мина замедленного действия. Совершенно получается. Правильно. Так вот, и вот шиготоксины обнаружены только в профаге. И они не работают в иных условиях, нежели в момент индукции этого профага. А индукция профага происходит за мгновение до смерти клетки. То есть это как бы такой сигнал клетки, что она, понятно, погибает. Профаг активизируется, говорит, я не хочу с тобой погибать. Он начинает запускать процесс размножения дочерних частиц создания внутри этой клетки, перед тем, как она погибнет. И тогда вот этот ген токсина высвобождается. Вопрос, зачем кишечной палочке выбрасывать этот токсин, если это означает ее гибель? Да. Вот на это объяснение ни у кого нет. Поэтому, знаете, я бы тему токсинов бактериальных, это отдельный сюжет, по нему тоже на самом деле у биологов нет ответа. Являются ли токсины бактериальные средством атаки, средством защиты, или вообще чем-то еще иным? Иногда говорят, что это просто сигнал молекулярный. Это не как антибиотик, к слову сказать. Ведь антибиотики синтезируются микроорганизмами, в том числе бактериями, да, в естественных условиях, откуда они были, собственно, найдены. Ну, либо грибами, либо, значит, бактериями. Но при этом в природе в ингибирующих концентрациях антибиотиков не найти. Их можно получить только в лабораториях, создав стресс-условия для бактерий, которые в какой-то момент начинают их выбрасывать, погибая. И человечество этим воспользовалось и потом наработало антибиотики как средство лечения. Но является ли антибиотик в жизни бактерии оружием атаки или оружием обороны, ведь до сих пор непонятно. Да, и я, например, сторонник того, что это защита, это не атака. Потому что если бы это была атака, то вы же понимаете, что за миллиарды лет остались бы только те, которые способны синтезировать антибиотики. А это же не так. Их единицы. Следовательно, скорее всего, клетка используется как защиту, а не как атаку. И тогда внутри человека появление токсина скорее связано с тем, что на клетку кто-то напал. И тогда она начинает защищаться. Поэтому, знаете, это тоже очень такой вопрос непростой.
Есть ли опасность того, что фаги перенесут какие-то гены, связанные с какими-то нехорошими свойствами бактерий, в другие бактерии и вызовут заболевание? Это тем более не доказано. Поэтому мы исходим из чего? Мы исходим из того, из чего, кстати говоря, исходила моя мама, что природа, она предложила решение. Мы точно так же предлагаем то решение, которое предложила природа. Если оно помогает, а мы, знаете, мы собираем фаги, ну, можно назвать там цветочный сбор. Да? Вот мы из природы набираем то, что природа дала. Это же не синтетически что-то совершенно созданное правильно. Или выведенное. Да. Мы же как раз не занимаемся генной инженерией. Может быть, это непривлекательно для многих ученых, большой фармы. Да? Это типа кустарщина такая. Знаете, мы совершенно не обижаемся. Мы говорим, да, пусть кустарщина. Но у нас эти препараты уже сегодня продаются сотнями тысяч упаковок в год. И постоянно объем растет. У нас огромное количество врачей, кто научаются применять эти средства. Правильно не в смысле, что могут быть ошибки или там какие-то побочные эффекты. Эффектов нет ни одного. Просто важно понять, где и как ожидать правильный эффект и чего не надо ожидать. Вот это ключевая тема. А если вернуться к части вашего вопроса, делимся ли мы с этим с другими? Но если говорить о врачах, наши так сказать, врачи, с кем мы работаем, это десятки врачей в Российской Федерации, и они участвуют, наверное, ежемесячно, может быть, 10, может быть, больше конференций по стране, рассказывая о своем положительном опыте. То есть мы не только не таим его, мы им делимся. А что касается международного опыта, то последний раз мы были на конференции в Париже в 2016 году. Она была посвящена как раз фаготерапии, и нас никто не знал. Мы маленькая частная компания. И мы выставили там 3 постера. Даже не заявляли устный доклад. И так получилось, что на второй день, двухдневная конференция была, к нам стали подходить организаторы и разные вопросы задавать. И потом в итоге на закрытии конференции объявили, что нам присвоили одну из 2 премий конференции за инновационный подход. То есть ученые, они занимаются, так сказать, на уровне гена, на уровне, значит, там, не знаю, каких-то отдельных, значит, там, нуклеотидов, но добраться до результата они не могут. Я не говорю, что не хотят, не могут. Мы идем с другой стороны. Мы идем от результата. Потому что ведь прогресс может быть либо сверху вниз, как сейчас, к сожалению, доминирует в медицине и в фармацевтике. Да? Вот надо сверху вниз все разобрать, доказать и тогда применять. А мы идем снизу вверх. Мы говорим, вот это совершенно безопасное средство. И все сертификаты, и все проверки безопасности мы, естественно, прошли. А потом говорим врачу, попробуй применять это в том огромном разнообразии ситуаций, с которыми ты сталкиваешься. Это кажется каким-то виртуальным, не вообще миром, который невозможно достать, осязать, потрогать, а очень хочется. А ведь есть что потрогать, есть что осязать. Я предлагаю вторую часть нашего видео сделать более практической. Мы поговорим с вами, что, как, куда наносить в буквальном смысле, как применять и как нам могут помочь эти препараты сегодня в нашей непростой ситуации. Поэтому оставайтесь с нами. Пока.